Всем привет, друзья! Канал Turkish People. Мы с вами. Меня зовут Юсуф. Да, мы опять нашей дружной компанией по магазинам. Вы знаете, что мы купили квартиру, ее отремонтировали, сейчас обставляем. Меня зовут Елена. Да, и я с удовольствием приветствую на нашем канале Turkish People. В этом магазине Истикбаль мы были уже столько раз. Мы уже вообще столько магазинов в Анталии обсмотрели и опять пришли сюда. Сказали, что у них есть новинки. Придите, поглядите. Ищем мы диваны в зал. Да, короче, мой друг работает здесь, друзья. Исмаил называется. Он мне говорит, новый бренд будет, подожди. Вот я подождал, короче, позавчера он мне говорил. Говорит, там есть два штук, скидка есть, который один из знакомых купил, а второй он меня держивел, который отличная штука. Мы быстро вам показываем Истикбаль, который нам понравился, диван. Будем купить на этот диван. Диван немножко... Я надеюсь, что мы его купим, потому что смотрел его Юсуф, а я его еще не трогала. Я только видела его на фотографии. Анна, какой Каня хотел. Вот да. Такой красивый я видел. Отлично будет наш зал. Отличная штука. Поедем, посмотрим. Вы тоже посмотрите. Давайте, друзья, подписывайтесь на наш канал, поставьте лайк. Продолжаем. Вам показываем тоже. Да, я понимаю, вы не сможете переехать в Турцию сейчас. Все равно посмотрите выше, которое ваше настроение будет. Просто посмотрите, узнайте цена какая. И цена, и посмотреть, какие модели есть в Турции. Да, мебель отличается от того, что производят в вашей стране. Ну, здесь такая мода. Ходили-ходили, выбирали-выбирали, и все равно, судя по всему, мы выберем турецкий вариант. Да-да, это хорошая ситуация. Пойдем посмотрим лучше. Мы входим в магазин. Ну, как обычно, на первом этаже представлено, что у них есть. Исмаил! Мераба. Вот турок Исмаил, друзья. Любой вопрос, давайте его, любой. Если он скидка не делает, бейте его, скидка получите. Выпейте скидку. Дедим, индирим япмазарса, дёю муну, дедим. Имя? Нет, проблем нет. Ну, как я и говорила, турецкая мода – это два дивана и два кресла. Причем они могут отличаться и по цвету. Ну, вот фактура. Мне фактура нравится вот ткань. Вот типа такой. Она хорошо моется, чистится. Но вот это кресло я попробовала, мне неудобно. Сейчас пойдем этажа. Очень много моделей есть у них, очень много, которые ты спрашиваешь, какая это? Вот это, который очень много разных штук нету. Это ткань редко бывает. Вот очистить сверху, вот такой проблема, мадам. Поэтому, вот мне понравилось вот эти штуку, которая сидит. А мне вот эта ткань не очень. Еще угловой диван мы сначала смотрели. Но угловой диван в нашу маленькую комнату, которую у нас зал, не подходит. Я когда работал в Ятане, Исмаил? 21 тысяча на. А вот этот комплект? 19500. Ну, а это, которое простое. Простое. Это нет. Сидит нормально. Сидит нормально, но простая модель. Мне так не интересно это. Ладно, пойдем дальше. Вот, который понравился, мадам. О! Потрогай, Кань. Вот скажите, выглядит как кожа, правда? Да. А это не кожа, это просто ткань. Ее можно мыть. Есть у вас цвет эти? Вот такой, желтый и коричневый. Они в комплекте идут два разных цвета? Нет. Любой цвет можно заказывать. Но сейчас есть скидка, которая... Была 38 550, 26 000 теперь. Посмотри, ценник. Ой-ой-ой. Вот. Ой-ой-ой, ну и цены. Вот, это цена, большой цена, 26 000. Как, садись, садись. Ну, по мне, ты знаешь, еще надо парочку подушечек. Вот подушка есть. Подушка есть. Так, нет, так неудобно, для красоты, надо мягкую подушку. О, ярче. Ну, выглядит мебель в нашей квартире вообще стиль совсем другой. Одна комната у нас будет в таком в турецком стиле, да? Смотри, мадам, смотри.
Хоп. Хоп. Слушай, а размер его? Какой размер? Метр. Давай померим. Аби, метренес вар мия? Метренес вар. Берсан, аби. Вот, видишь, принесут без проблем. 32. Ну, подходит, подходит. Подходит. 232. Смотри, мадам, ты это оставь мне. Короче, один такой свет и один такой свет возьмем. А в какой стене какой поставишь? На это, где которая стоит у нас батарея. На это правая часть. На это место есть туда. Ну, кресло мы... 2,60 у нас туда подходит. 2,60. 20 сантиметров туда убирай. Сколько стоит? 2,40. Отлично подходит. Ну, одна стена, да. А другая, там у нас 2,25 только. Значит, на балкон будет выходить не очень удобно. Вот я хочу еще кресло примерить. Ой, хочу попробовать. Вот кресло, кстати, удобно. А на диване я бы еще парочку подушечек положила, мягеньких таких. Вот так красиво. Он выглядит солидно. Вот этот свет мне больше понравится. Вот этот? Да. Яркий немножко, отлично подходит. Один такой, наверное. Ну, это по-турецки. Да. Ставят два дивана. Потом еще вот что-то для телевизора и телевизор. Очень богато показывает квартира на этот свет. У нас одна комната будет в турецком стиле. И потом шторы, тюли. У нас везде рулонные шторы, у нас везде... Я тюль не хочу, зал. Скандинавский стиль. Тюль не хочу. Нет, будет тюль. Будем решать потом этот тюль, который... Будет, иначе рулонные шторы к этому дивану не будут смотреться. И коричневый заказать? Нет, рулонные шторы не будут смотреться. Еще это есть одно и то же стиль. Покажи. А здесь белый. Да. Вот. Это который сидит неудобно, который, видишь, так. Он более скользкий. Да. И тоже, видите, два разных цвета. И белый, и коричневый. Нет, тут посолиднее выглядит. Вот, вот такой. Еще мне понравилось, еще один есть, но цена вообще сумасшедшая. А почему так дорого стало? Такой ткань, такой цена. Во. Но это 30 чем-то тысяч. Деньги это, знаешь, это реальные деньги. Еще имя есть. Во, поднимаем наверх. Еще один понравился, это тоже покажу. Давай. Да вот как ткань. Это уже два разных цвета. Нет, можно заказать, вам сделают и в одном цвете, как хотите. Ben şey yapayım mı? Ben geçeyim diğer tarafa, bu bey yardımcı olsun. Oh, olur abi. Tamam. Sen metreyi bana bırak da. Сидит удобно, цена не такой. Цена дороже. Сиди, сиди. Ну, кресло интересное. Ай, кресло попробую. Ну, тоже. А бульнёцина? Да, сложно выбрать. Мебель, то нравится, и это нравится. 2,40, это еще больше. Это еще больше. Пошли, мадам. Твой канье, который вообще сумасшедшая цена, мадам. Ну, один раз возьми по-нормальному. Смотри. И мне такой не нравится. Вот не нравится. Mm-mm. Посмотри, посмотри. 41 тысяча. Я. Дай хоть я покажу, что продают за 41 тысячу. Ну, наверное, из-за того, что вот такой стиль. Металлический. Еще что, ты знаешь, после первого числа подорожать еще.
Reklam yapıyorsun abi. Вот этот набор стоит 30. Элен, вверх поднимай. Хорошо, иду. Вот, 2,20 это. Kahverengi bir takımın daha vardı abi. Döner şeyi falan vardı onun. Вот, кстати, интересный цвет. Bir takım daha var ama. Yeni geldi demiş dün abi. Ya çok yeni geldi bunlar da. Ha. Eren gel. Сейчас. Siyah mı derse öyle? Sen bakalım böyle. Хотя вот это интересный цвет, он какой-то серо-синий-голубой. Как это понравилось? Интересный цвет. Ну, дома может черным казаться. Здесь он кажется синим. Да. А другой свет будет. Дома другое освещение. Не знаю, сидит. Бунларын алтында долап йок дейм, абы? Сандык йок, сайзе шөйле аркадар. Шөйле таклады. Ха. Вот так открывается, чтобы спать. Ну, кресло нормально. Не знаю. Который нижней части у меня. Ну, тут выглядит побогаче. Это? Нет, тот. Да. Этот попроще. Пошли, посмотрим у них другой этажа. Который это кань тебе не интересно, мадам? Ерунда не время не потеряй. Еще один вариант. А, ну смотри, здесь большой диван. А-а-а. Здесь видишь 3 и 2. Такое можно 2 заказать. Цена дорого, мадам. Не знаю, мне цвет не нравится. Этот цвет не нравится? Да, даже в таком темном освещении не очень. Bunun fiyatı neydi abi? Bu bakarız fiyatına. Yani bu şekliyle mi? Şundan 2 tane. Aha. Şundan 2 tane. Çıkartırız fiyatını. Вот то сыймаз бизе. Вот то кресло. Какой размер у него? Много. Ну много сколько? У нас 120. Только... У нас 80 сантиметров только есть. Ага. То есть это нам тоже не подходит. Собираю тут новую мебель. Вот такие турецкие диваны. Большие. Вот. На это красиво, но место огромное. Это держивает. Нет, огромное просто. Ящики хранения. На этот еще вариант. Да, книжка раскладывается. Это фекаса сам делаешь. Ну что ты хотела, чтобы у тебя диван был вот. И полежать. Штрафы качки люби. Ну, тогда точно на балкон у нас выхода не будет. Не будет. Да, в нашей комнате есть 3 окна и 2 двери. Оп. Одна входная, другая в противоположной стороне выход на балкон. Смотри, мадам, это тоже модель неплохая. Темно-зеленого цвета? Кань. Не такой ткань, нет. Ткань бархатная. Да, почти. Так. Еще вариант, как раскладывается. Опа. Вот получилась кровать. Еще. Если раз я был бы, 100% купил бы это, да? 100%. О, какой нам угловой диван показывают. Ну, конечно, он огромный. Что istenirse altta kapanıyor. Все. А bunu bütün parçalar köşelerde dahil açılıyor. Şunlar da açılıyor. Şu kafalar hareketli. На этом механизме быстрый спорт идет, мадам. Поэтому даже не надо смотреть.
которые, да, и спинку, да, сверху, которые подушки, быстро испортят, такой верить нельзя. Ну, когда испортится, менять это большое проблема, большое. Ну и как я смотрюсь на таком диване? Ну, скажу честно, у нас зал подразумевается, что там будет стоять телевизор, и его у нас очень любит смотреть Юсуф. Все остальные члены семьи телевизор не любят. Все любят просто интернет у себя вот в каком-то, в чем-то маленьком. Ну, у нас телевизор, правда, тоже с интернетом, но все равно. У нас зал – это для гостей. Ну, и мы там будем отмечать дни рождения, какие-то праздники. И, возможно, с вами будем проводить прямые эфиры. То есть зал нам нужен. Если придут к нам гости, раз пришли, повернулись в зал, потом у нас там есть выход на балкон. То есть плавно переместились вот эти два помещения. В Турции вот зал, салон, как здесь называют, очень важен. Почему мы выбираем вот такую мебель? Она не вписывается во всю концепцию нашей квартиры, но вписывается в турецкий менталитет. Потому что гости у нас, живем же в Турции, будут турки приходить. И вот они будут говорить, о, да, красиво, там это все, они будут чувствовать себя комфортно. Будут, ну, комнаты у нас, это салон. В общем, искали мы угловой диван, искали мы разные, искали мы и серые, и разные. Мне такое ощущение, что я штуки 500 уже посмотрела за вот этот месяц, что мы смотрим диваны прям конкретно. Смотри, мадам, руками работы, это очень много есть. Да, это мне красиво, это нравится. Вот оно. Да. Очень много есть, он руками работы. Он плотный, он, видишь, не расходится. Да. Сидит удобно, сидеть там удобно, все удобно. Даже вот откинуться удобно. Почистить сидеть. Можешь. Почистить там? Смотри. Я такую ткань я знаю. Сюда садись. Садись сюда. Ты хочешь меня уложить? Да. Вот так вот. Ой, телек смотреть, да? Еще под ноги подставить что-нибудь. Зачем? Ну. Угол туда, угол. И вот так. И спать. О, мягкий, хороший, не испортился. Нет, правда, нормально. Вот надо купить один раз. Он не слишком мягкий, бывает вот прям вот сядешь и проваливаешься. А это вот на его нога, упругий. Нога грецкий орехом, это дерево, видишь так? Ну, выглядит красиво. О. Будет у нас одна комната отличаться от всей остальной квартиры. Вот отличный вариант. Берем. Ай, денег дорого стоит. Но купить один раз, потому что мы в зале не будем постоянно тусить, поэтому мы его не запачкаем, не испортим за один год. Ну, красиво. Гарантия здесь, мадам, любой проблемы. Позвонишь, забирают. Не, ну если ты сильно его испачкаешь или что-то порежешь, это, конечно, нет. Но, ну, красиво выглядит. В турецком стиле. Вот такой турецкий диваны. Ты где видел такой диван, честно говорю? В России где видел? В России не знаю как-то. Но люди думают, что это кожа. Это не кожа, это ткань. Это просто не кожа. Mm-mm. Ткань такой, но очень удобная, очень хорошая. Берем. Эништ алдык. Хайрлу лосун. Ане нашей точно понравится. Она любит такое кресло. Она к подруге ходит и в подобной вот форме сидит. Но Андрею не знаю. Не понравится? Пристроим. Короче, мадам. Я хочу один такой, один такой. Желтенький один, два разных цвета. Да. Просто у нас на две разные стены Enişte, поставить. Bir bundan, bir şundan alabiliyor muyuz? Ладно. В общем, это, наверное, первый взгляд. Вот он понравился. Я его видела на фотографии, мне муж присылал и по WhatsApp звонил. Ну, если первый взгляд понравился, пришли по второму взгляду посмотреть. Ну, конечно, чуть-чуть великоват, вот буквально на вот настолько великоват. Женщина никогда не доволен, никогда. Если золотое купаешь, алмаз будет просить, бриллианты будет просить. Но этот под телевизор не очень хороший вариант. Так выглядит не очень такой. Но сидит место супер классно. Просто классно. Все, мадам. Давай забираем. Оформляем. Давай. Друзья, понравилось под телевизор, который Unity. Говорят, 14500. Видите, какая? За что? Выглядит это модель, просто имею в виду. Но не такой. Да, можно заказать, который наши туда мастер. Приехали мы опять в свою квартиру, опять меряем.
Нет. Смотри, смотри. Это ровно иди. 135. Да, это приблизить. Без да. Вот сюда темный диван поставим. Да. Короче, автомобиль ты хочешь сюда. И здесь 10 сантиметров. И здесь ничего, 10 сантиметров. Все, пойдем. Да, дверь открывается на балкон вовнутрь. Да, вот так. 10 сантиметров без проблем. Либо, либо в эту сторону. Померяй сюда. Ну тогда дверь открываешь и в диван упираешься. В общем, диван... В общем, когда диван привезут, будем его катать то в одну, то в другую сторону. Видишь, как раз дверь упирается. Ширина дивана почти метр, там 90 сантиметров. Вот все равно, если сидим, телевизор смотрит. Потому что если ты здесь поставишь этот диван, тогда придется сдвинуть вот все равно к балкону туда. Вот туда, здесь без проблем. Если вот этот поставишь, то нужно будет вот это двигать, иначе на нем сидеть невозможно будет. Что? Я думаю, что придется вот сюда поставить. Туда поставляем, без проблем. Ну вот сколько мы не смотрели, 2,20 диваны, ну, не такие красивые. Вот, ну вообще, вот. А сюда такая же, вот, ну, которую мы поменьше смотрели, 2,20. Не так впечатляют, а цена такая же. Ну, реально, около 20 тысяч стоит 2 дивана, 2 кресла. Вот что мы не смотрели. Сколько в магазине каталось? Есть дешевле, спорить не буду. Да. Но и качество другое. Совсем другое. На этой, который грецкий орехом, который дерево изнутри, вот такой шикарный. На это долго будем пользоваться, друзья. Если у нас еще гости придет, не надо так стыдно так сидеть. Пусть богатый выглядит хорошо, хорошо, доволен, понравилось, хорошее. Вот в такой ситуации, дорогие зрители, люблю вас. Я уже заказывал 25 тысяч, короче, друзья. Которые у меня в полный коричневый цвет уже купили. И сейчас осталось, которые только коричневые, желтые и два одной, которые коричневые. Как я хотел, честно говоря. Вот это желтый цвет еще мне понравилось, вот так. У нас мой блогер, вы знаете, если коричневое место, так цвет, вечером, короче, желтый будем сидеть. Днем коричневый. Во, вариант будет. А вот на этой стене у нас будет телевизор. Ну, тумбу под него тоже надо хорошую подобрать. Сначала пусть принесешь. Пусть приедут сначала, наверное, диваны. Я сейчас сразу не могу перевезти домой, потому что пока не живем. И здесь надо хорошую уборку делать. Потом будем заказывать, друзья. Один звонок как раз перевезет. Все, отлично. Немножко я хочу так теплая погода. Сразу приехать домой, сразу топление не хочу переключить. Пусть топление стоит. У меня еще газовый баллон есть. Надо пользоваться это. Вот. Ну вот, гости придут, турецкие гости. Заходят и поворачивают, попадают в зал, в салон. Посидели тут, ла-ла-ла-ла. Им чай принесли с кухни. Потом они перемещаются на балкон. Ну, это не только турецкие гости, вообще. Мои бы гости сразу пришли на кухню, посидели там, потом пришли на балкон. Только турецкие есть? Да, ла-ла-ла, у вас нет ла-ла-ла. А мы, девочки, любим на кухне посидеть. Обсудить мужа, да? Ну, не только природу, погоду тоже. Вот, обсудить мужа? Понятно. Короче, это у нас идет внизу. Это, которые там внизу будет. Короче, вчера я видел коричневый цвет. На это забираю сюда. Во! Ай, какие красивые. Вот им здесь нравится. И клубничка у нас растет. Вот следующие выходные дети придут, наверное, уже подрастет клубничка. А это два растают. Это клубника, два растают. Которые, если сначала это покушать, потом еще поливать. Еще получить, потом еще поливать, еще получить. Во, цветочки, моточки. Во. Всем спасибо большое, дорогие зрители. Выбор модели, которые долго-долго искал, честно говоря. Я немножко так тяжело выбираю. Я много гуляю, мало выбираю.
Я, по сути дела, ему уступила этот зал, я все равно телевизор не смотрю. Мы сюда приходить будем. Короче, да, изредка. Это желтый свет мне понравился. Отлично. Против там телевизор поставлю, витринчик поставлю, петухонку движу, со друзьям. Всем спасибо большое. Увидимся. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Люблю вас. Всем пока. Увидимся.